Привет, друзья! Компания Blackview представила свой очередной бюджетный смартфон. И знаете, чуть ли не впервые я готов сказать, что эта модель уж очень хороша. Сейчас обо всем расскажу. Но прежде всего цена. На Али до 14 мая включительно проходит акция, где Blackview A90, а именно так называется смартфон, будут продавать за $114. При этом есть возможность использовать промокод A90BLACKVIEW, который минусует еще $5 и получается $109. Отличный ценник, ссылку на эту модель оставляю в описании. Ну а сам смартфон прежде всего интересен мне, да и большинству, я думаю, за счет процессора Helio P60. Этот чип достаточно хорош, а в бюджетном сегменте вовсе он будет смотреться идеально. Вы сможете поиграть в любую топовую игру без проблем. Так при этом есть и стандартные в наше время 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. Кстати, производиться будут смартфоны лишь в двух цветах, черном и синем. Естественно, не обделили нас Blackview и аккумулятором. Его емкость 4280 мАч, а этого стабильно будет хватать минимум на сутки. Ах да, хоть это уже и не первый, но все же на 11-м андроиде смартфон Blackview и со своей собственной оболочкой DockOS 2.0, которая призвана быть более шустрой и понятной. Толщина смартфона 8,8 мм, что также важно, тем более для китайского бюджетного смартфона. Да и сам корпус здесь будет лучше по качеству материалов и сборки, чем, например, у моделей предыдущих. Не обошлось и без большого дисплея, диагональ его 6,39 дюймов, а основная камера в смартфоне 12-мегапиксельная. В принципе, стандарт. Я на самом деле жду эту модель, а обзор на канале на нее будет уже в июне, так что увидим, что же мы получаем вживую за $109, но я думаю, что аппарат будет неплохим. Ах да, друзья, шок-новость, так сказать. Я-то об этом знал давненько, но пора бы и вам рассказать. Blackview запускают новый суббренд под названием OSCAL. По заявлению производителя, бренд будет выпускать разные смартфоны, в том числе и защищенные. Но будут они еще дешевле, чем те же Blackview. За счет чего будет удешевление, пока неизвестно. Но это чертовски интересно. Следить за тем, как зарождается новый бренд, я вас буду в обязательном порядке информировать о данном бренде, его новинках, так что подписывайтесь на канал обязательно. Контент будет интересным. Ссылку на Blackview A90 на AliExpress оставляю в описании. До конца 14 мая его можно будет купить за $109. Предложение весьма интересное. Ну а у меня на этом все. Будем на связи. Всем пока.